смело использование терминала. Мужчины. Подробности на другом байке. Реклама на радио 4.03. Сами Мьюзик Студии в Радио Гродно, мы говорим о музыке, о жизни, о хип-хопе. Кстати, напомню, фестиваль Color Fest уже открыт с 12, то есть вот с полудня дня сегодняшнего до 5 утра дня завтрашнего. Добро пожаловать в любое время. Ребят, вы у нас уже второй раз. Чем так понравилось первый? Я так понимаю, не приехали бы. Да, отлично. Понравилось, во-первых, это отношение организаторов. Все было на высшем уровне, и звук, и отношения, значит, понравился темперамент вот этой вот толпы, вот этой публики, замечательно. А, гродненцы такие. Да, да, это очень круто, на самом деле, встречали на ура, и на самом деле людей очень было много, и очень мы любим это место, потому что все поддерживают это, мне кажется, люди все как будто собираются, сговариваются всем городом, идем туда, поэтому я думаю, это очень круто. И вчера нас немножко просветили, что очень много интересных событий происходит в вашем городе, и мы как бы в прошлый раз какие-то моменты упустили, может быть, потому что мы были приехали и уехали, там переночевали, уехали в другой город, поэтому это было сложно. Сейчас мы восполняем те потери, узнаем, что именно проходит, и мы узнали, что много классных событий, это как и байк-шоу, вот недавно нам сказали, был, и парашютные какие-то виды спорта, там массовые события, поэтому мы очень впечатлены, и всем советуем, будем советовать приехать в этот город, отдыхать и на массовые мероприятия также. Оставайтесь подальше. Найдется чем заняться. Так, про сцену хотел спросить. Возвращаемся к концерту и сегодняшнему в том числе, и вообще любому другому. Вы вот как-то вот строго, все так хип-хоп, рэп и так далее, так деспотично, или каждая следующая минута концерта это и для вас самих подчас неожиданность и импровизация? Как вот это дело в хип-хоп-культуре устроено? Ну, идет, наверное, все по нарастающей, это шоу определенное, то есть, и даже начиная с первой песни, это, как знаете, наливается в колбу вода. Ты разогреваешься вот этой энергетикой, получаешь эстетическое удовольствие с каждой новой песни, последующей песни. Да, я думаю, что на самом деле эта музыка, это такое дело, все тут гибко, на самом деле. Мы пытаемся какие-то моменты сделать, чтобы у нас строго по регламенту они были. Ну, как бы я думаю, что это в каждой группе должна так делать. Но всегда бывают разные ситуации, разные, поэтому мы особо такие не деспоты, мы, по-моему, все гибко, все на самом деле. Вот знаете, в театре лучший комплимент артисту, понятно, да? Долгий продолжительный аплодисмент. Mm-hmm. Ну, в культуре хип-хопа лучший комплимент. Это как? Это когда поют вместе с вами. Я думаю, что да, да, это одно из составляющих. Это большая благодарность зрителям. Да, и видно на самом деле, когда заканчиваешь выступление, что люди подходят, говорят, нам так понравилась ваша музыка, очень классно, очень свежо, и поэтому это не может не радовать, и мы все тоже прям расплываемся. Да, если идет какой-то фидбэк, то есть обратная связь, это потом в каких-то социальных сетях там люди добавляются, слушают музыку, постят себе на стены. В любом случае кто-то закачивается. Да, мы обращаем на это внимание, на самом деле, Это очень приятно, это очень вдохновляет делать новые работы. То есть к поклонникам вы не безразличны, уважительно относитесь, это здорово. Да, естественно. Отдельно отметили. Кстати, вот от поклонников или вообще, может быть, припомните, какой самый странный вопрос вам когда-либо задавали? Самый странный вопрос, наверное, был, мы были радиостанции, можно говорить, какие другие радиостанции? Да, на радиостанции. Мы были на одной американской радиостанции, нас брали эфир, нас спрашивали, почему рэперы носят широкие штаны? Как бы такой странный вопрос, я, конечно, не ожидал. Но я думаю, что они не хотели в культуру погружаться, там, откуда это произошло. Ну просто почему рэперы носят широкие штаны? Про бейсболки нет. Нет, именно их интересовали широкие штаны, почему, для чего. Я думаю, что это странно было, позвучало именно от того, что из Нью-Йорка радиостанции так говорят, потому что, в принципе, там все пропитано этой культурой. Были там неоднократно, и поэтому, знаю, очень странно. Поэтому вопрос звучал так, немножко поставил в тупик. Но, как бы, мы, естественно, знаем ответ на этот вопрос, поэтому, ну, как бы, рассказали все. Просветили, да, жителей Нью-Йорка на эту, да, тему. Да. Это круто. А вообще интересы, кроме хип-хопа? Вот. У вас, Стас, какие еще? Спорт. Хоккей, футбол, динамичный спорт, большой теннис. Командный, баскетбол. Да, замечу. Да, командный. Конечно же, спорт, да, в качалочку заходим, держать себя в форме. На самом деле, ну и очень много времени уделяем музыке. Музыка, это для меня это все музыка, потому что без музыки не могу прожить ни одного этого дня. Вы, кстати, это сказали по поводу олдскульности культуры, mm-hmm, хип-хопской.
граффити. Ну, брейк-данс. Может быть, да, брейк-данс, это понятно. Тут вот про спорт. Это все логично. А вот граффити, это как? Это обязательно? Это и, кстати, граффити один... на себе, да, вот те же татуировки. Это тоже как-то культура? Я думаю, что это не обязательно. Это, это самовыражение. Просто человек, может, у него какие-то татуировки с чем-то характеризуются, или как оберег кто-то делает. Я думаю, это разное. Это у каждого человека в голове. Но я не против этого абсолютно. Я сам там... тоже немножко подзабитый такой, вот, поэтому я не против этого, за, и думаю, это просто как самовыражение человека, может быть, индивидуальность какую-то подчеркнуть, потому что люди все как бы, все стандартные, беленькие, темненькие, вот, и поэтому наносят на себя. И таким способом можно, да, сделать так, чтобы тебя заметили. Думаю, что... А про граффити? Да, все-таки граффити это такая более явная, на мой взгляд, более явный атрибут, что ли, определенной вот, принадлежности к этой культуре. Как вы говорите, широкие штаны или бейсбол, козырьком назад, как символ непоколебимости, да, и непокорности, то... Да, у них это, для них это то же самое самовыражение для граффитеров, да. Рисуют, показывают, что внутри у каждого свой стиль, свой почерк. Здорово. Да, их не зря. А вы? Уличные художники называют, не зря. А вы граффити рисуете? Нет, для такого... Каждый должен заниматься своим делом. Ну, пробовали, ладно, все мы пробовали. Но это, конечно, не все. Все, уже можете места не называть. Договорились, без улицы и номера дома. Ребят, еще попрошу вас, может быть, предложение. Вот Стас и Стас закончите. Я никогда не буду. Вот чего вам настоящий исполнитель хип-хопа никогда не будет? Я никогда не буду говорить, что я чего-то никогда не буду. Потому что всякое бывает в жизни. От тюрьмы и от тюрьмы. Да, наверное, не могу ответить на этот вопрос так однозначно. Стас, вы? Да, компетентен со Стасом, зарекаться не надо. Себя покажет, надо стремиться, ставить цели, добиваться. Вот. А напоследок, могу я вас попросить экспромтом речитатив? Да, ваш город, Значит, так точно. Вижу, как просыпается каждый дом. Слышу, как просыпается каждый дом. Высотки и коттеджи. Скажите все гробно. Спасибо огромное. Класс. Да, еще раз, друзья, мы всех приглашаем сегодня на мероприятие Color Fest. Ждем вас всех. Коробщицы, да. Ждем вас на нашем сете в 18:30. Вместе прокачаем, вместе зажжем. Наш живой концерт. Спасибо огромное, что зашли. Удачи. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.